Похудели к лету меньше, чем планировали? Не отчаивайтесь. Уже буквально через 2 недели вашей фигуре позавидует каждая. Если вы будете выполнять уникальные упражнения из пилатеса, утверждает моя сегодняшняя гостья, тренер Надежда Стахурская. Встречайте! Наденька, здравствуй! Привет. Рада тебя снова видеть. Знаю, что тренировки с тобой — это не только эффективно, но еще и позитивно. Ты всегда с улыбкой рассказываешь о том, как нам выглядеть стройнее. Но что же это за чудо-комплекс, который так быстро справится с недостатками в нашей фигуре? А это мой небольшой секрет. Сегодня я пригласила двух девушек, сестер, которые уже участвовали в моем эксперименте. И сегодня они готовы вам продемонстрировать свой результат. Встречайте Дашу и Машу. Пожалуйста, располагайтесь. Становитесь как вам удобнее. Конечно, сходство. Что я могу сказать? Две капли. Как две капли? Хотя подождите, если я не ошибаюсь, разница у вас все-таки есть. Фигуры заметно разнятся. Я права? Все дело в том, что Даша выполняла 2 недели специальный комплекс упражнений, который помогает ей подтянуть ее мышцы и выглядеть визуальнее меньше, чем Маша. Особенно в области талии. Она подтянула живот, вытянула спину и исправила осанку. А сейчас мы увидим, как они выглядели до начала эксперимента. А до начала эксперимента выглядели одинаково, как настоящие близняшки. А сейчас Даша заметно стройнее. Вы можете увидеть, что ее талия уменьшилась аж на 4 сантиметра. Те упражнения, которые показала тебе Надежда, Даша, они тяжелые были? Нет, все очень легко. Я чувствую, как мое тело стало более гибким, податливым. Маш, ну а ты заметила, что Даша изменилась визуально? Да, конечно. И уже даже все обращают на это внимание. Если раньше не отличали нас и всегда искали каких-то 10 отличий, как в детской игре, то теперь точно на одно отличие будет больше. Но я думаю, что в связи с этим тебе очень хочется тоже, конечно, выучить комплекс упражнений. Конечно. Как и мне, как и нашим гостям и зрителям. Поэтому давайте-ка приступать. Я предлагаю первое упражнение, которое называется мячик. Для этого нам надо с вами опуститься вниз на коврик. И самое главное, о чем подумать. Когда мы с вами будем делать перекат назад, мы должны садиться вверх и делать выдох. Упражнение выполняется плавно и спокойно. Упражнение очень хорошо массажирует нашу спинку, вытягивает позвоночник и работает самыми глубокими мышцами живота. Мы обхватываем ножки под коленками, округляем спинку, живот в себя, плечи опущены. И назад делаем легкий перекатик до шейного отдела и возвращаемся в выдох. Назад вдох и возвращаемся, плавный выдох. Еще. Назад вдох, выдох. Упражнение можно выполнять 10 раз. Следующее упражнение называется «Русалка». Сейчас мы себя почувствуем настоящей героиней сказки. Помните такую сказку? Конечно. Попробуем. Исходное положение. Упор на руку. Нижняя нога согнутая, у меня правая, а левая вытянута в сторону. Максимально втягиваем живот, раскрываем плечи, вытягиваем шею. Набираем с вами глубокий вдох и плавно вытягиваемся вверх за рукой, сильно-сильно в сторону. И возвращаемся, выдох. Попробуем. Постарайтесь себя поднимать как можно выше, тянуться за рукой и плавно, спокойно дышать. Еще раз. Набираем вдох и за рукой выдох. Необходимо выполнять упражнение 10 раз. Упражнение хорошо подтягивает наши глубокие мышцы, делает талию нашу стройной, красивой и, конечно же, еще работает с нашими ногами, подтягивает линию бедра. Бедра становится меньше. Пока ничего сложного, да, Маш? Да. Ну, нужно выполнять без ошибок, иначе не будет результата. Очень верно. Следующее упражнение называется вытягивание позвоночника. Исходное положение сидя, ноги у нас с вами прямые, носки натягиваем, раскрываем спинку, лопаточки соединяем, шея у нас с вами длинная. Вытягиваем руки, набираем носиком вдох и очень плавно округляемся, выдох. И возвращаемся, вдох. Еще раз, выдох. Следите за тем, чтобы не поднимались плечи, выдох. Упражнение помогает максимально растянуть ваши мышцы спины, в особенности поясничный отдел, грудной и шейный. Было заметно, что Даша выполняла более плавно. Это все потому, что она ранее участвовала в моем эксперименте. Тренировалась уже? Да. Но я думаю, что если Маша начнет тоже регулярно тренироваться, то она догонит сестру, может, перегонит. И, может быть, перегонит. Да. А вы по профессии кто?
Ой, по профессии мы филологи, преподаватели украинского языка и литературы. Конечно, всегда хочется выглядеть хорошо, любим ходить на каблуках, но целый день это довольно сложно сделать. А вы сейчас пришли в одинаковой форме тренироваться? И что, вы ходите в одинаковой одежде в жизни? Ну, стиль одинаковый, но может отличаться либо цветом, либо наоборот, цвет одинаковый, а платьице или блузочка с юбочкой. Это очень мило, потому что многие близнецы все-таки, когда вырастают, становятся взрослыми людьми, они уже начинают отличаться друг от дружки, а у вас и прически одинаковые, и макияж. А бывали такие случаи, вот их иногда даже мистическими называют, когда вы чувствовали эту связь? Или, может быть, наоборот, забавные ситуации, которые происходили из-за того, что вы очень похожи? Ну, когда-то Маша еще в детстве сломала руку, ее забрали на скорой в больницу, а я пошла домой, и не помню, как я пришла домой. Я, наверное, все в своих мыслях все время была с Машей. Не помню, правда, не помню. Сейчас между вами связь заключается в том, что вы осваиваете один и тот же комплекс, и уже через 2 недели Даша тоже... Маша тоже будет выглядеть стройнее. Предлагаю сделать следующее упражнение творческое. Называется оно «Художник». Для этого опускаемся с вами вниз на спинку, обхватываем колени и немного себя приподнимаем. Носки натянули, вытягиваем одну ногу, делаем выдох. И вторую. Да. Выдох. Одна и вторая. Почему называется художник? Ну да. Потому что наши ноги как кисточки у художника. И можно представлять, что впереди мы с вами рисуем красивые рисунки. Здесь задействован и грудной отдел, и мышцы ног, и мышцы пресса. И плавно мы с вами дышим. По 10 раз можно выполнять на каждую ногу. Почувствовали работу мышц? Да. Разогрелись. Тогда поднимаемся и делаем 5-е упражнение, которое называется грация. Для этого вам необходимо одну ногу выставить в сторону, раскрыть хорошо корпус, втянуть живот, опустить немножко плечи. Давайте я вам покажу, а потом вместе со мной сделаем. Вдох и плавный выдох. Подтягиваем живот, хорошо вытягиваемся рукой и раскрываемся. Теперь делаем все вместе. Приготовились? И вдох, и плавный выдох. Шея у нас с вами длинная, руки делают мягкие, красивые линии. Мы так выполняем на одну ногу 10 раз, и на вторую можно делать точно так же. Когда мы с вами привыкнем к нагрузке, можно увеличивать количество повторений и выполнять уже по 20 раз на каждую сторону. Занимаясь по этому комплексу 1-2 раза каждый день, вы будете выглядеть намного привлекательнее и стройнее уже через 2 недели. Замечательно, спасибо огромное. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей.